Ржев, Калининская область, краностроительный завод имени Калинина. Сегодня ржевские подъемные краны работают на строительных площадках по всей стране. Сейчас бригада слесарей-сборщиков, которой руководит Олег Анатольевич Куликов, собирает краны грузоподъемностью в 10 тонн. А самый первый кран, выпущенный когда-то на заводе, мог поднять всего 150 килограммов груза на двухэтажные дома. Время предъявляет машиностроителям все более высокие требования. В буквальном смысле слова. Ведь число этажей, вновь строящихся повсюду домов, постоянно растет. В этом юбилейном году коллектив предприятия решил дать 30 тысяч рублей сверхплановой прибыли и выпустить дополнительно 6 башенных кранов.